и вспомнил Бог о Ное, и о всех зверях, и о всех скотах, и о всех птицах, и о всех гадах пресмыкающихся. Бывших с ним в ковчеге. И навел Бог ветер на землю, и воды остановились, и закрылись источники бездны, и окна небесные, и перестал дождь с неба. Вода же постепенно возвращалась с земли, и стала убывать вода по окончании 150 дней. И остановился ковчег в седьмом месяце, в 17-й день месяца на горах Араратских. Вода постепенно убывала до 10-го месяца. Первый день 10-го месяца показались верхи гор. Шестью 40 дней Ной открыл сделанное им окно ковчега и выпустил ворона, чтобы видеть, убыла ли вода земли, который, вылетев, отлетал и прилетал, пока осушилась земля от воды. Потом выпустил от себя голубя, чтобы видеть, сошла ли вода с лица земли. Но голубь не нашел места покоя для ног своих. И возвратился к нему в ковчег. Ибо вода была уже на поверхности всей земли. И он простер руку свою, и взял его, и принял к себе ковчег. И помедлил еще 7 дней других, и опять выпустил голубя из ковчега. Голубь возвратился к нему в вечернее время, и вот свежий масличный лист во рту у него. И Ной узнал, что вода сошла с земли. Он промедлил еще 7 дней других и опять выпустил голубя, и он уже не возвратился к нему. 601 года жизни Ноевой, первому дню первого месяца, иссякла вода на земле, и открыл Ной кровлю ковчега и посмотрел, и вот обсохла поверхность земли. Во втором месяце, к 27-му дню месяца, земля высохла, и сказал Бог Ною: выйди из ковчега, и ты, жена твоя, и сыновья твои, и жены сынов твоих с тобою, выведи с собою всех животных, которые с тобою от всякой плоти из птиц, и скотов, и всех гадов, присмыкающихся по земле. Пусть разойдутся они по земле,
и пусть плодятся и размножаются на земле. Вышел Ной, и сыновья его, и жена его, и жены сынов его с ним, и звери, и весь скот, все гады, все птицы, все движущие по земле, породом своим вышли из ковчега. Строил новый жертвенник Господу и взял из всякого скота чистого, из всех птиц чистых, и принес во все сожжения на жертвеннике. Понял Господь приятное благоухание, и сказал Господь в сердце своем: не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого зло от юности его, и не буду больше поражать всего живущего, как я сделал впредь во все дни земли, сеяние и жатва.